В зале археологи мирового класса Брянщина принимает международную конференцию палеонтологов впервые. Предметом изучения на ближайшую неделю станет восточноевропейская равнина. Уникальные памятники каменного века, стоянки Хотылева и Бетова, а также музей палеолита в Юдиново привлекают все больше внимания ученых со всего мира. Долина Десны, вот этот естественный коридор, связующий центральную и восточную Европу, он во все времена играл особую роль для прослеживания процессов культурной динамики, расселения групп древнего человека, выяснения культур среднего и раннего верхнего палеолита. Уже совсем скоро стартует реконструкция музея палеолита. Его посещение также в программе участников конференции. Заместитель губернатора Владимир Оборотов отметил, для полноценного обновления музея области понадобится помощь первоклассных специалистов. Наш край обладает богатейшим археологическим наследием, представленным памятниками различных археологических культур. Оно имеет огромное значение не только для археологов России, но и для всего мирового научного сообщества. Именно научный интерес к уникальным памятникам древности объединил это сообщество сегодня на Брянской земле. Конференция приурочена к столетию со дня рождения нашего земляка Федора Заверняева. Именно он стал первооткрывателем хотылевских стоянок и доказал тысячелетний возраст Брянска. На конференции заверили, одна из задач как российских, так и зарубежных палеонтологов – сохранить и приумножить научное наследие брянского ученого. Валерия Бурносова, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.